Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Доброй ночи, Хабаровск! Доброго вечера, Москва! Приветствую вас на территории Сириус, на федеральной территории Сириус в Имеретинской долине на стадионе Фишт. Именно здесь свой очередной домашний матч в рамках лучшей лиги мира в 23-м туре проводит хабаровский СКА. Первое касание по мячу в этом матче совершает Илья Петров, и мы начинаем. Тут же первая атака в исполнении хабаровчан. Тут же вперед устремляется арендованный у московского Локомотива Андрей Никитин. Но я думаю, что определенная сумятица, как сегодня из обороны будут выдвигаться хабаровчане. Здорово ставят корпус Альбек Гангапшев. Удар в ближний угол — это достояние Виталия Ботмана. Рассказывал он клубной пресс-службе, которая великолепно работала на сборах. Очень много интересной информации, поскольку Руслан здорово смотрелся в первом тайме матча с Тюменью. Об этом позже. Подача, удар выше ворот. Первый голевой шанс для автозаводцев. Первый голевой шанс у Сергея Бородина. Выскочил тот из-за спин. Подкрался. Остался в идеальном положении. Его 4 голевые передачи в сезоне. Подача, здорово. И это срезка какая, посмотрите, это гол! Иногда не требуется какое-то сумасшедшее мастерство для того, чтобы праздновать гол. Александр Иваньков. Затылком. По идеальной траектории. Отправил неберущийся для Виталия Ботнаря мяч от штанги в сетку ворот. Автогол Александра Иванькова, бывшего защитника хабаровского СКА по временам прошлого сезона. И таким образом армейцы с Дальнего Востока открывают счет. Назад. Шамкин. Отсюда можно пробить. Шамкин! Было от чего выдыхать, правда? Одним от облегчения. А тем, кто собрался за воротами справа от нас по картинке, от разочарования. При подготовке, при выводе мяча под удар. И вот он, удар издали от Бородина. Метров с 37. Хороший удар действительно от Сергея Бородина. Но одновременно с тем, давайте подчеркнем, Ислам Имамов контролировал даже без видимых моментов, без явных голевых ситуаций. Удается добраться до результата. Ой-ой-ой-ой-ой, Ботнарь, куда пошел? Корнюшин, пустые ворота, мяч катится именно в них. 2-0, СКА Хабаровск. Данил Корнюшин. Длинная передача. Вперед ушли защитники. Побежал страховать их Виталий Ботнарь. Опоздал к мячу. Проскочил аккуратно мимо него Данил Корнюшин и закатил мяч в пустые ворота. 2-0, и кажется, мало что угрожает результату, который более чем устроит Романа Шаронова и его команду. Интересный по точности, но получился пас на Червякова. Удар, рикошет, и Ислам Имамов фиксирует мяч, играя сегодня на 0. Победа хабаровского СКА. 2-0 над московским Торпедо в условиях условно домашнего матча, который проходил не в Хабаровске, но на Фиште. Автогол Александра Иванькова в первом тайме и гол Данила Корнюшина в тайме втором.